Второй момент. Где-то час назад звонил Воропаев. Кто? Роман Викторович Воропаев. Ну, он к нам ехал на должность второго тренера, помнишь? А, да, да, помню. И что? Завтра ему снимают швы. И, в принципе, он готов приступить. Но я думаю, что на выездную серию мы еще попросим Андрея Кисляка. Все домашние матчи. Он будет уже с нами. Кое-какие наблюдения. В общем, так. Во втором звене Викинга их защитник, восьмерка Рыков, любит подключаться к атаке. И часто не успевает вернуться. Можно этим воспользоваться. Кстати, очень ценная информация. Сергей Петрович, вы меня слышите? А, да, да, Виктор Михайлович, слышу. Вы меня извините, но у меня есть встречное предложение по второму тренеру. Какое предложение? Мы можем, ну, вообще дать отбой Воропаеву. Как это? Ну, вот так. У меня на эту должность есть другая кандидатура. «Молодежка» – больше, чем хоккей. С понедельника по четверг в 20:00 на СТС.